Предлагаю вам рассмотреть данный порядок рубки зеленых насаждений на территории Ачинского района и оплаты их компенсационной восстановительной стоимости. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто за? Прошу опустить. Против? Воздержался? Принимается. Мне ничего не остается, кроме того, что поблагодарить вас за принятие очень важного документа. В моем понимании, это действительно очень важный документ. И, честно говоря, не понимаю, как мы без него жили, потому что это дает возможность муниципалитету, прежде всего, регулировать на правовой основе все вот взаимоотношения и с предпринимателями, да, дает возможность не трактовать вот все наши законодательства двояко, с двойным дном. Не дает возможность, наверное, нерадивым предпринимателям искать лазейки, использовать наш общий с вами ресурс, муниципальную и государственную собственность в своих интересах, да, чтобы положить в карман какие-то денежки. Полагаю, что это как раз и даст нам возможность получить какие-то дополнительные средства в наш бюджет. Но, наверное, не менее важна ваша работа на практике на местах, потому что это еще нужно отследить, это нужно проконтролировать, и только тогда будет результат. Потому что сам по себе документ – это еще не результат. Вот в этой части я тоже рассчитываю на вашу поддержку и помощь. Еще раз благодарю за понимание и поддержку. Спасибо.